Надо кому-то новый спек, роль-то штаны. Лицо надо на мейн. Надо. Бля, можешь вебс, ну типа, блядь, ну как хотите нахуй на самом деле. Сану, где ты там? Мы на копыта пойдем сейчас? Блядь, пойдем попробуем. Она тяжелая, я не помню. Ну да. Чтобы тяжелее, понимать. Чем все, что было до этого. Нет, я разбой... на X2 не был. Разбойник умеет комнаты закрывать, понял? Остальное похуй. Так, блин, разбойник не должен их закрывать. Настолько РДД. Мы без тебя копыта не убьем, швепс и ствольц. Ну, сколько ты будешь добирать? Ну, сколько я сейчас спрошу, типа, ну, сейчас доберем быстро. Угу. Ладно, пока отойду пару минут. А что надо? Лок. На кого пойдем? Скоро. Копыта потравим чуть-чуть. Это Дестрик или Демон? Демон. 2-5-2. Выйдите за суммонити лок, я иду кофе сделаю быстро. Света, пожалуйста. Света, пожалуйста. Света, пожалуйста. Ну бля, ну мы уже идем чуть-чуть прогрессируем, хоть погибель уже убиваем. Охуенный прогресс, бомба, честно говоря. Справа. Да, чернокнижник, у нас освоение, типа, ну мы после смотрели. Да, ну ничего, ничего. Не понимаю, я сам тут буду изучать. Можете сумануть. А сейчас тебе выйдут, засумонят, я сейчас подойду. Хорошо.
Все, нашли. Это локс ЛФГ? Чего-чего? Локс ЛФГ? Это что значит ЛФГ? Ну, да, я с тобой, да, разговариваю? С локом? Да, да. Ну, это значит поиск спутников. А, да, да. Вы придумываете такие эти слова? ЛФГ? Реально. Попроще как-то пуг там, я не знаю, уже только привык к этим пугам. Ты английский язык знаешь? Какой-какой? Английский. Английский. Yes, of course. Ну вот, ЛФГ это с английского. London, it's the capital, Britain. Yes. А ты знаешь, что тут делает лог, да, типа? Ну так более-менее. Если расскажете нормально, то знаю. А если не расскажете, то не знаю. Понял, принял, да, пошли. Бить трэш. Подожди, ты бил этого копыта? Бить трэш. В комнате там ходил? Не. Ну, блядь. Не объясните. Ну, да кто тут объяснит? А маленький. Маленький, объяснишь ему, как комнату бить? Да. Суета, давай вы просто с Рогой закроете двое, чтобы мы не ебались и все. Это вы расскажите, объясните, типа. Как бы пока что меня никто не гнобил. Да, просто тут как бы требует определенного навыка, не просто типа рассказать. Ну там, это не сложно. Просто у людей вызывает проблемы, не знаю почему. Ну так объясни. Ну пока короче, трэш, комнату, не умираешь, убиваешь, там, все. Умираешь и убиваешь? Не, умираешь и убиваешь. Понял. У вас там ПВП. Все. Как тут трэш скипает? С какой стороны мы оббегаем? Справа, да? Сумани. Ты к ней гробик лок. Можно по прямой пиздовать, нахуй. С левой давайте, может. Меньше трэша, там только двоих нужно залить вроде бы. Гроб, да, еще на книжник. Ты говоришь гроб, нахуй, это слово никто не знает, нахуй. Ты говоришь шкаф, нахуй, лок, ебать, шкаф. Шкаф, он. Попроще. Шкаф знает. Как по-английски там шкаф будет, ебать? Шкейф. Шкейф? Вроде бы так. Шкейф. А гроб? Нет, гробс. Вот так. Кофе. Или кафе. Нет, да, кафе, кафе. Family фатере. А что, мы сразу же на эту, на копыта? Идем, поосваиваем, да. Сова предложила... Рано поосваиваем, нахуй. Я думаю, рано вообще приедут. Кого? Да, нас. Иди сюда, убивайте, мы найдем. А сейчас я собаку выключу. Сука. Собаку, говорит, выключу. Я представлю. Как он подходит к собаке, просто уебал и выключил. Тише, беги. Собаку выключу, блядь. Да, просто да. Получается. Сами солнцепады, блядь. Я хуй знает, я не бью, но. Скру сливайте. Скликливый плейбой, я вам метки, если вы кину даже. Я умер. Тут портал недалеко. Беги, тут телепорт, хули ты лежишь. Как обычно, Флекич прав. Нет, тебя. Слебей.
Идем в этого биома, потом пойдем какую-то осваиваем. Кого убьем? Рано. Ну его тоже осваивать придется, я думаю. А рано сложно будет? Или так же, как и на обычке? Да, как в обычке. А, то у него там, можно сказать, ничего не работает. Как я слышу, что мы хоть фамильяров взяли, надеюсь. Ты с таким ДПСом вообще хрен. На ране первые два коста ледяных мы же кем третий и замораживает, правильно? Запомнил. Жал, кого ты спрашиваешь постоянно? Не знаю, кто это вас знает, но... У чела с ЛФГ. Фрик. Да, да. Само вот это и делаем. Типа потом другую фигню делать, а так все типа по-старому, да. Андрей, я сейчас, короче, пока мы трэш бьем, я тебе скину видос, сюда в группу идет, полторы минуты, чтобы понять, что делать, короче, 30 секунд нужно. Вот, ссылка. Да не как в обычке лог. Но... Нет, эта обычка отличается на 100%. А как мы вообще тут оказались? Зачем мы бьем этот трэш? Чего мы скипнуть не можем? У нас есть лог. Есть пал. Нафига мы бьем его? Ну что, если что, упадем? Если мы упадем, чтобы опять у него не заниматься. Понял. Ну реально. Реально. У нас крест шамана. Встать этого. Друид может БР нажать. То, что мы на рано идем? Да, на рано. Давай прибежим, заебал. Мы уже... У нас рек на диван нет. Понял. Есть джипс. Есть такая функция. Ну короче, блядь, будете сами бегать, я курить уйду, если вы лайкнете. Починитесь, то... Даже диван туда поводим, что? А что, они стоят? Что, Владимир, купил все купил? Ну, прочистить 2 минуты, блядь. 2 минуты вот. Чистить? Чего вы дрочитесь, блядь? Вообще последняя пасть, блядь. Блять, синцепады ваши, ебать. Засунь швепса в патик шамана. Ну как, побьем. Здесь ты должен смотреть или нет? Его уже просто забрал.
Стенку ужмитесь и пробегите эту хуйню. Маленький собьешь каст или как обычно скажешь, ой, нахуй. Бас вы завалил. Кинуть и сейчас можно всякую случку, а вот. Потому что он школьник, понял, поэтому. Да, школьник. 13 лет, парень. А кстати, блядь, картинка пропала нахуй, вот это вот. По черепу играем, паладин застанешь череп, маленький застанешь крест. Куда пропал? Типа, ну, типа, не за... Вот открой канал, толстых крест, там нету, такая как каста. А вчера как кашечка была. Забери крипту. Ты, блядь, опять хуйню несешь. Грузила вчера. По черепу бей. Боёб. Ты сними крипов, прыгнись. А лагает? Блин, задача исправь. Справишься? А на гневе очень отличается. Да. Там как? Блядь, ты босс. Что-что? Там или до гнева, погоди пока. Я спрашиваю, пока и так трэш бьем. Ну а ты пока мы трэш бьем, лучше видос глянь. Полезнее будет. А, то есть мне не ДПС? Нет, можешь посмотреть видос. Это важнее. А в комнате, я думаю, у нас есть суета и две совы. Не, я на роге пойду. Я типа там был, поэтому плохо, плохо. В смысле, ты в роге не должен ходить, ты ДПС теряешь. В смысле? Ну, в прямом смысле, ты отбегаешь, типа, и заходишь в комнату. Мы в две роги закрывали. Мы в две роги закрывали как-то. Ну, а нахуя? Мы в три хила идем. Понимаешь, нужен ДПС. Две совы разъеб... Две совы, ШП и лок. Лок на подстраховке. Потому что он там не был, но все равно. Okay. Этот СС по себе кинет, если что, пусть не заходит, умрет и встанет, правильно? Ну да, но это один раз. Ну да, это крайний раз. Вот просто не понимаю вот эти метки, которые типа в комнату их закидывает, они бросаются на того, кто самый последний стоит дальше всех от рейда, правильно? Да, да, там еще важно взрывать, типа, чтобы бесов он взрывал, типа... Метку взрывал, получается. Мы просто вообще семку, типа, мы две роги делали, мы ванишем, типа, рейдили это, доджили, семку. Типа, накидается и доджишь. Семку, да? Ну, либо. Я, кстати, семка. Темка от босса же летит, да? Ее видно, как и бокс. Да, ее и по хилботу видно. Ну или по-любому аддону, рейдфрейму на стену. Я имею в виду, когда он ее кидает на лету, типа. А, ну да, да, да. Так а он ее кидает там, типа, тоже. Он же ее. Ну да, там сказ, есть время отбежать. Я на том, когда я отходил, вот сейчас.
ушками там тоже кричал на книжник, что сферы не хилили, потом его поменяли, и мы убили. Знает нахуй. Да там просто можно, там можно вообще типа с одной сферы, за ШП, например, там можно вообще без сфер убить. За сову то же самое. Так, ну, за любой класс, который хилится. Не, идемте махаю, хуйнем и на копыта вернемся, ну, чтобы мы сейчас не расстроились, что мы не сдали и не разошлись. А на ран такого не будет, я правильно понимаю? Ну, а ран, блядь, полегче он будет. Дайте ребаф, пока трэш бьем. У нас ДК нет, это, конечно, не очень, но, в принципе, похуй. Я говорю, с таким ДПСом тут кару, конечно, закрывать. Да раньше, когда, блин, топовый ДПС был там 12-13 тысяч. Сейчас тут все, кому не лень, дают пятнашку. Не заходи. Задержка. Выйди оттуда. Да, я запулю его. Теперь ставь 30. Что делать? Ну, метки ты не будешь ставить? А, буду, буду. Только надо будет выйти через, ну, уже через 15. Так, а не-не-не, все нормально. Метку для ледяной поставить, да, и для кого еще надо? Короче, это... Смотрите, босс хуярит два ледяных каста, первые два сбиваются, третий каст, он кого держит в таргете, в метку череп выходит. И все, и стоите полукругом от метки черепа на ренже. И все, и потом фамильяры появляются, фамильяров слева направо, вокруг вас, когда красный фрейм появляется. 300 баф. Дай ассист, пожалуйста. Блин, а у тебя же есть вроде, нет? Нет. Ну объясни, типа, я ж хуй знает, я его один раз в жизни убивал. Класс, вот тут, White Fury, это же топ РЛ. Все должен знать, все может рассказать, все водил. Показывай, братан. Чего рассказывать? Тактику? Ну, типа, кому, что тут делать чувакам, кто не был? Ну там каст сбивать надо, блядь. Хель тебе, да? Жестко. Познавательно, да. Так, ладно, хуй с ним. Короче, раньше набираем, сбиваем ледяные. Ты, мы же два кикаем, а третий вроде бы сбиваем. А, если да, на танка, то зеленка. Третий не кикается, да-да-да. Так, ща. Заходим в комнату, ну, ставимся. Стабах надо обновить. Хрестик выносите этот? Да, Егорна. Третий каст. На ком красный дебаф, подбегаете к челику, который замерзший, размораживает его. Когда зима, бегаете нон-стопом просто вот так вот. Кикайте. Света. Хилов у всех должен быть в таргете босс. И обязательно, чтобы видели его таргет. Безжалостно, надо отойти от него. Фрост очень сильно долбит. Остальное хуйня. Блядь, я кик въебал. Это первый каст был, да? Третий, набежал. Я проебал зеленку нажать, я ебал. Разморозь. Света должен разморозить. Размораживать, подходить. Блять, чувак, ебать? Выбой, отойди. Выйди, выйди. Раз, закрой маленький у меня КД. Блять. Ты можешь анонсить? Пожалуйста, анонси третью стрелу.
Тебя же тоже он в таргете, тебе ничем не надо следить. Кроме стрелы. Фамильяры. Право налево бьем, с черепа начинаем, метку бросил, поехал. Мне надо привыкнуть, понял, я его второй раз бью, типа и первый раз за СУ ударил. Больше по фамильярам дать. На 300 капаю его и отбегаем уже на следующего. Угу. Сейчас отбегаем. Пал, не проебывай себя, видишь, что у тебя КП падает. Ну, блядь. Представь, просто проебали. Дайте лапу, каску. Плейбой, я хил. Дать плейбой. Хил, пожалуйста. Давайте ложиться. Да, не, попробуем. У него фамильяра. Танки. Это захватом рун поднимаю, да. Фамильяр тоже делает каст. Ты смотришь, куда летит каст, и туда жмешь свой холли лайт, блять, волну ебучую, орехи, что угодно. Просто я туда щит кидаю, но таргет никто не хилит. Добивайте, добивайте, чуть-чуть посмотрим, сейчас его упадем, скорее всего, да? Конечно. Первый каст кик. Сан? Множение санвел. Почему-то закрытый был. Санвел разморозить, швепс. Войт, подойди. Сбил. Ком, на ком разморозьте, подойдите, хулипало. Безжалостно. На ком дебаф? Мы уже не успеваем. Нашимание, Почему-то первый каст дал, а второй сразу у него был. Закрытый нахуй. Потому что у нас вар упал. И, наверное, вы не кикали вдвоем. Кикали, вот, я первый кикаю. У меня сейчас КД. А, это же был третий. Они же по счету, то, что фамильяры были, это похуй. А, понял, понял, понял. Не двигайтесь. На мне маленький. Я вижу еще. Сбил? Я следующий. Это первый, по идее, да. Второй. Саново. Кайф. Чего вы не кикаете? Войд Фьюри разморозил. Ну, мы только обморожение. Ну? Так это второе было. А он закрытый, ты ж смотри за костом. Он наверное... закрытый, да. Да. Мат, бегаем, Боб по этому. Дай мне, Боб. Престу, швепс. Угу. Санвал, стрела на нем. Надо двигаться, мужики. Билка. Ну, этому не сказали, что нужно двигаться локу. Знал. Бей маленький сбей. Сбиваю. Сенрид, выйди. Разморозить Сенрид. Будет. А что, его разморозят? На ком там? Давайте, мне, мужики. Я кикну. Все. Двигать. Че бы давай этот? Бэр дать вообще? Нет бэров. А, да. Есть вайда, да? Следующий кик. Не кикается. Закрытый швепс. Разморозить швепса надо будет. Швепса? На я тебе, не могу... ну ладно, ты можешь. Сендрицу, выбеги, разморозь его. Санвел, подойди. А он скинул. Суета. Я следующий себе. Пул отстоял просто на чили. А, нормально. Войд Фьюри разморозить надо будет. На Сендрицу выбеги. Я подойду. Все, красавчик. Понял, как инфернальная стрела работает. Нихуя себе. Кто я? Давай Геру, шаман. Геру, справа налево бьем.
БР никого-то у тебя, Борис. А такой вопрос, а Лок может бросать вот этих фамильяров, например, в бан одного? Да нет смысла. Может, вроде бы. Ну да как, нету смысла, одного бросил, уже хилом легче. Ну конечно. Танка уебала, понимаю, на. А чем тебя уебало? Кинь инфо смерть. Вспышка тайной магии 71 тысяча. Да, да. Что это такое? Его можно заявить, да? Что такое вспышка тайной магии? Это то, что он кастует. Че мне так много уебашло? Ну? Потому что тебя в 3 кастовали. А, понял, принял, осознал. Это не, не вставай, Чарис. Не, ну нормально, этого мы убиваем. Конечно, короче, дп. Мужики, на ком инфернальное, надо размораживать. На бесконечной стуже, когда вот все зима, надо бегать. Бегайте и бьете, но важнее бегать, чтобы на вас стаки не копились. По идее, каждая третья стрела должна выноситься чуть-чуть от рейда, но так, чтобы, типа, короче, удобно было до нее добежать. Можете Джерса поставить. Джерс, наверное, достал, нет? Да-да-да, достал. Выходите. Блять, фрик ебаный. Ну я бежал сразу нахуй, не надо тут. Ебать. Так хильтесь, хильтесь, он по идее умрет и мы и разбагается. Угу. Надо, чтобы он в меня кастовал. Надо. Он меня кастует. И, ну, короче, меня. Смотрите, когда надо разморозить челика, вы на вас босс в таргете держит и кастует инфернальную силу. Вы бежите размораживать не в конце каста, когда он уже откастил, а на середине каста, потому что по окончанию каста эта стрела прилетает и размораживает. Если же, блядь, на вас, ну, уже она висит, это похуй. Вот хоть кого разморозить. Блядь. Ну, короче, а если я тут подвигаюсь? Я встану. Ты там умрёшь, Швек? Нет, я не хочу умирать. Я хочу, чтобы ты умер. Так вот, только урон по мне в венце идёт. Всё, заебись. Почему мне так много уебало? И не все по мне кастанули, мне за раз прилетело урона. О, смотри, что это за хуйня? А ты в приключениях посмотри. Мне проще, чтобы мне рассказали, а то, что там прочитаю, я нихуя не пойму, блядь, понимаю. А, в тебя инфернальное залетело, плюс... Хотя нет, блядь, хуй знает. На, это сейчас. Так, а есть инфа о смерти именно вот этой вот, которая линкуется? А ну, как вспышка ее? Тайна магии на 70. Она в общий чат у тебя линкуется, общий. Синим подсвечено. Да, надо пролистать, когда ты умер, там типа она линкуется в чат автоматически. И просто линкануть ее в рейдж. Сейчас найду. Ну, ДТО все такая хуйня. Класс же, бля, я просто не понимаю. Тут же есть чел, бля, который нахуй все водил, блядь, все на свете нахуй водил. Вот почему, блядь, нельзя было объяснить чувакам, блядь, что делать? Ты же, блядь, водишь нахуй, каждую неделю, блядь, кару на фул закрываешь. 10 лет в ВОВ играешь. Че, нельзя чувакам объяснить, блядь, что надо двигаться? Или как касты кикать, или как сбивать, блять, обморожение. Можете, пожалуйста, поставить джесс, ребят, из меня что перебил. Да ничего. Тут пиздец поломан. О, смотри, что это, что за хуйня? Вот эту хуйню надо прочитать, там дебаф какой-то вешается. На 30 секунд. Ну, наверное, да, но тебе дебаф был, либо я, конечно, мог забагаться, но в чем я сомневаюсь. Типа, на у них же стаки копятся, стаки могли не скинуться, и он мог тебя уебать. Но это вряд ли, скорее всего, там какой-то дебаф есть, который ты проебал. Что других нет объяснений, так не должно быть. Ну, называется пронзающие стрелы, они когда в танка кастуют, там вешается дебаф. Дайте СС на танка, есть у нас СС? Просто, есть, есть. Просто может, давайте лучше дам на друля?
Не, не надо. Друиды не должны умирать. Когда босс переведется на инферналов, он исчезнет, просто зеленку отдашь, когда в тебя каст полетит, и все. Еще, парни, на зиме смотрите инфернальную стрелу, потому что она типа ауешит. Поэтому. Типа она может просто шот. Джевса поставите. Блин, а починится. Тут зайдите, уже тут поставим. 20 секунд еще есть. Когда Джевс, когда Джевс? Подожди, на него же было несколько вспышек, а каждая вспышка на 20% сильнее другой. Нет, вон, это одна, значит, вот инфе смерти, вот это одна, значит, вспышка. Дайте лапку. Там время же разное на всех. Че у нас лапка? Так вон, 71 тысяча. Это одна вспышка. У нас сова АФК. Прием, прием, как слышно. Ну так выйдите отсюда. Блин. Потики пьем? Заходите, заходите. Припоты выпить вам. Бил. Я на ксоле. Хилы все фокус. Смотрите, в кого летит каст, а он дохилит. Особенно морозный. И у фамильяров аналогично. Дебаф на себе прочитай. Смотрите, закрыли. Это на лотель. Безжалостно. Отойдите, отойдите, отойдите. Морозило? Нет, хуй, блядь. Это миликов задел, он ебаный рот. Ну, ладно. Там Войт Фьюри рядом стоит, отдыхает. Вейбой, выйди, разморозь. Беги, малышка, беги. Ма, двигаемся. Боб, не давай. Шопси. Бегать. Шаман замороженный, да, был? Да, да. Ёбаный ты фрик на White Fury, просто пиздец, блядь. Рядом стоишь, блядь. Бывает, нет. Да поднимайте. БР только. Не надо БР. Джона берите. Так Зеницу подняли. Зенит. Вставай. Суета, он сразу должен разморозить. Чуваки, он не должен больше 3 секунд стоять. На ком инфернально, смотрите за своим дебафом, блядь. Миллиарды. Право налево. Забань попробуй одного. Какого мы не бьем, получилось? Нет. Все, бейте, баница, бейте. Да? Ты на книжник убей, блядь. Бей-бей-бей. Смотрите, понял, в кого кастуют. Я у вас, блядь. А у нас суетас, да? Бей-бей-бей. Давай ты, блядь. Под двери подходи. Ладно. Диван еще, я понял. По шаману дай ему срез. А, ребята, спасибо. Все, шот сгорел. Если чё, фрик на флякич, надо еще во время зимы кикать косты, если чё. Типа, меня сейчас просто ёбнуло обморожением и все. Я сдох в зиме, блядь. Давайте сейчас этого ДД поищем, типа, ну... Поищите ДД, я отойду на 2 минуты. А что тут ему? Потому что престол надо идти ренить, его с 9 вечера ждут. Куда идти надо? Ренить, ренить. Ебать, Хикфай пришел сюда, ёбаный рот.
Короче, что мы печеньку онролим, получается, бо он хочет поролить эту печеньку прист. Угу. Ну что, мы еще тратить будем это? Да, да, конечно. Да мы убьем ее сейчас. Все нормально. Давайте печеньку, пацаны, кому надо. Долг победителя, нахуй. 54 нахуй со шорсом все перерали бы. Бля, я думал, что я сейчас победителем буду. Дай. 60, блядь. Роди, роди, роди. А я ебал, блядь. Не, ну по-честному, он помогал всё-то. Угу. Да я ничего же не говорю, мне типа похуй, блядь. А этот вот, масреса нету у нас, да? Ты дай по шаману просто, масрес у него нету КД. Мужчина не помнит. Кните гробик. Чинокнижник дай шкаф. Да. Да, это у всех кинг шаман. Ничего страшного, сейчас риск коротить нас не будет. Мы типа никуда не спешим, типа ну здесь спокойно, блядь. Можем тут хоть до 4 поталаться. Ты че, блядь, безработный? Да, да. Ну и лайф, ну лайф реально, он тупо сидит, ебашит каждый день. Фрик. А он с хикфаем, кстати, аренит. Света, пофлудите ДЦ. Третьим тебя не спекают. Меня спекают, спасшо, что ли? Типа без ДЦ тут хуёво будет. ШП ДЦ пишет у нас. Они не захилены. Не, нахуй. ДЦ нахуй ищем. Ну или шаманы ходят на ДЦ, мы ищем алиму. Они вдвоем хилят. Тебя такое устраивает, шаман? Типа, если что, пойдешь на этого на ДЦ? Шаман, дружочек. Как? Бля, во, это этот прист, это типа твой личный хейтер или как, типа, швепс который?
сидит, кто слышит, пожалуйста, запомните один момент, когда кастуется огненный каст у босса, и кто-то замороженный, вы в начале каста, если босс вас держит в таргете, должны подбежать к челику, который замерзнет. Если же на вас вот этот фрейм уже, то у вас, типа, огонь не прилетит, он уже у вас прилетел, поняли? То есть вас босс берет в таргет, кастует вот эту огненную стилу, и вы должны под ледышку подойти, и туда эта стила прилетает и размораживает. Чернокнижник, дружочек, ты тут? Пока понял систему. Еще во время зимы тоже касты надо кикать, если что. Ну я кикаю, я кикаю. Бля, ты нахуй пикаешь. Ну один раз кикнул, не надо пиздеть. Я, блядь, сдох. За кика, блядь, то его реально. Огненные мы кикаем маленькие или нет? Нет, ну никогда не кикается. Потому что если на РД кидают, типа они в раздельности стоят. А там, понял, типа круг возле них. Ты видел, блядь, круг, который возле огненной стрелы вот этой ебаной? А, да-да. Вот, типа, если ты под него подходишь, там АОЕшка работает. Угу. И которая на тебя еще дебаф, типа, вешается. Там по 3000 тикает, что ли, но она, типа, почти шотает, нахуй, вообще. Типа, надо... Еще миликом надо, типа, в раздельности стоять возле босса. Типа, если на танка кидает, вообще надо отходить. А если танк, типа, блядь, на милика, то надо расходиться миликом. Такая хуйня. А вы флудите? Шаман, а ты тут? Шаманчик, подай признаки жизни. Шаманчик, пока. Паладин, ты тут? Паладинчик. А шаман, если что, на ДЦ зайдет? Да? Ему не впадло, ему похуй. Или ему что-то надо на шамана? Понял, принял. Ладно, что я заебался, пойду спать, наверное. Мне написал какой-то Элем. А спросили, он тактики знает. Пишет, копыта будете убивать? Да. Во, это прист, это твой личный хейтер или что? Я хуй знает. Он тебя не любит, пиздец. Я спать, короче, пошел. Ну хорошо, хорошо.